Министерство спорта России признало компьютерные игры официальным видом спорта. Приказ об этом подписал Виталий Мутко. Соответствующий документ находится на интернет-портале правовой информации. В 2001 году Россия признала компьютерные игры официальным видом спорта. Однако уже в 2006 году они были исключены из реестра. Через 10 дней после подписания указа, то есть 17 июня, он вступит в силу. Сейчас киберспорт активно развивается во всем мире и считается одним из самых доходных спортивных дисциплин. Так, например, призовой фонд турнира по компьютерной игре Dota 2 составил более 10 миллионов долларов, сообщает Just Media.